Всем привет, и это второй выпуск моего блога. Сегодня я вам расскажу основные термины вейп-культуры. А начнем мы с подливы, сока, жижа, джуз, как только ее не называют. А все это относится к жидкости для заправки вашего вейпа. Многие говорят это слово, но не все знают его обозначение – КЗ, а это значит короткое замыкание. ТХ, или как говорят американцы, throw hit – это удар по горлу. Он достигается жидкостями, в которых содержание пропиленгликоля более 50%, либо равно 50%. Coil обозначает спираль, намотка – это то, что у вас накручено в дрипке, либо в баке. Самое большое заблуждение среди вейперов – это слово «кантал». Кантал, они считают, что это материал, но Кантал это фирма, которая производит материал под названием фихраль. Всем известное слово самзамес, это жидкость, которая делается из отдельных ингредиентов. Это глицерин, пропиленгликоль, по желанию это никотин и ароматизаторы. Варивольт и вариват это мод с возможностью настраивать вольтаж на коннекторе. Мех, или как некоторые говорят Махмуд, это механический мод, в котором нельзя настраивать вольтаж на коннекторе. Обдув – это поток воздуха, забирающий со спирали пар. Он поступает через данное отверстие. Вот это черное кольцо называется оринг. Оринг – это уплотнительное кольцо. Дриптип – это мундштук. Большинство дриптипов обладает стандартным посадочным коннектором 510. Но в данном случае у меня Chaff Cap. Это широкий дриптип, который направлен больше на клаудчейзинг. А клаудчейзинг – это увлечение напрямую связано с низким умом, погоня за огромными облаками пара. О различных видах намоток я вам покажу в последующих видео, как они делаются, как они устанавливаются. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вообще охуенчик, просто, блядь. Я просто бог вейпинга, понимаешь? Вайпинга. Я просто вайпер.